Привет, друзья! Это уже третий запуск этой игры. Она называется Brutal. Это новая игра. Она в необычном виде, стиле сделана. Она напоминает мне какую-то очень старую древнюю игру. Это кодировка есть ANSI, по-моему. Вот в этом стиле все сделано. То есть у них щиты в виде букв, оружие в виде букв, какие-то загадки, все в виде буквок. Давайте, наверное, начнем новое, чтобы я вам показал семя подземелья, не знаю. Чтобы я вам показал персонажей игры, которыми можно управлять. У нас есть рейнджер. У него 125 здоровья, ремесленник, метка убийцы, лучник-новичок. Я выбрал его в первом варианте, когда я записывал игру. Она вылетает, постоянно вылетает. Попробуем вот, и на этот раз, надеюсь, не вылетит. Маг. Магов, честно говоря, не люблю. Вообще не люблю. Воин. Воин – прекрасная вещь, но это что-то такое, которое нужно… Короче, чувак, который постоянно в центре внимания – это воин. Его все бьют, и он бьет всех. Амазонка – это, наверное, что-то как рейнджер. Только это мужчина, а это женщина. Я люблю охотников, я всегда играю охотниками. Это что-то нечто среднее между магом и воином. От мага он взял урон на расстоянии, дальние атаки, а от воина его силу. То есть, в принципе, охотники у всех, у охотников у всех неплохой дамаг. Давайте выберем его. Опачки! И побежали. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это какие-то карты подземелья, и происходит загрузка. Управление, клавиатура. Переместить так вверх-вниз, понятно. Прыгнуть с пробел, идти left control. Спецдвижение Q, поднять E, инвентарь I, переключить карту Tab и заблокировать что-то там left shift. Все понятно. Рукопашный бой. Сражайся с врагами один на один с использованием комбинации из трех ударов. Или же выбивай с ног группы врагов с помощью такого же специального удара о землю. Либо выполняй спецатаку для установленного оружия, если она разблокирована. Для спецатак требуется заряд. Используй свой щит, чтобы блокировать атаки. Внимание, при блокировке ты все равно терпишь урон. Блокируй точь-в-точь тогда, когда это необходимо, чтобы выполнить идеальный блок, который отразит весь урон. Ладно. Удары щитом. Во время блокировки ты можешь наносить удары щитом. Также ты можешь бросить щит в цель или врага, находящихся на расстоянии. Хорошо. Сколько тут, капец, сколько всего-то. Боже мой, уклонение от врагов. Уклонение является одной из дальнейших техник ведения боя. Ля-ля-ля. Использование лука, бла-бла-бла. Создание оружия. Крафтинг даже есть, вообще хорошо. Зачаровывание, нихера себе. Находи зачарованные буквы, чтобы создавать более мощное оружие. Прекрасно. Используй зелье. Советы по подземелью. Используй... А, дополнительная жизнь. Получай опыт для повышения уровня. Хорошо. Вот они мы. Вот они мы. Вот в таком, ребята, виде и игра у нас. Давайте сделаем вот так. Че, погнали. Погнали. У нас WSAD. И разбивай. В смысле, ты как это ты не можешь? А, он может. Все он может. Ух ты, все это гнется, все это ломается, смотри. Класс. Я не понимаю, почему все в таком виде сделано? Ну, это, видимо, дань какой-то игре. Я же говорю, есть очень похожая игра, я читал в Стиме об этой, об вот этой игре я читал, что они взяли какую-то за основу старую игру, которая была еще, по-моему, под Linux. Точно не могу вам сказать, ребят. Почитайте сами. Ну, в общем, неважно. Она, в принципе, эта игра... Так, это я что-то взял. Я какой-то ключик взял. Давайте я... что-то взял, какой-то ключ. Золотой, простой. У меня просто левый верхний экран вебка закрывает. Я могу это все не видеть. Подбирай какую-то хрень. Я подобрал. Разбивай вот это. Да разбивай, говорю. Разблокировать. Ой! В смысле?
Я его просто в мясо кулаками порвал. Офигеть. Так, это получается у нас что? Красное это что такое? Здоровье. Это голод. Голод? Да ладно. А я могу и упасть? Ого. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, щитом я его шандарахнул. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай. Ой, да он лошара. Что-то я еще подобрал. Нет, я туда не могу упасть. Я же думал, можно упасть туда в черную... В черную бездну. Нахрена с два. Что-то он тут набирает. Офигеть, слушайте. Игра... Начиналась как какая-то хрень, которая, может быть, будет скучной, унылой. Хотя, возможно, она такая и есть. Просто нужно побольше, чем 3 минуты поиграть. Это что такое? Это конец подземелья? Какой-то босс? Что это? Табуретка. Ее, конечно, можно разбить. Столбы можно разбить. Один опыт, капец. Ну что это за смех? Ой. Какие-то куски какого-то говна я нахожу, реально. Давай разобьем. Предложить богам? Сколько ты предложишь богам? А что я должен предлагать богам? В смысле, сделать подношение? У меня ничего нет. Мне ничего нет. Я предложил пару монет. У меня ничего нет, предложил бы пару монет. И оно не разбивается. Что там, кто-то бежит? Я ж тебя порву сейчас, Вася. Ой! Нихера. А кто это заморозил? А, это я ударил, разморозил, заморозил всех. Взял щит, выкинул. Ну ты нормальный вообще. Слушайте, а мне нравится. Зачетная игра. Она, конечно, будет... Скорее всего, она будет вот такая вся. Занудная и однообразная. Но... Посмотрим, насколько первая локация, первое подземелье будет длинное. Если не длинное, короткое, то парочку пройдем для обзорчика. Если длинное, то одной локации вполне будет достаточно, чтобы какое-то составить мнение об игре. То есть оно нравится, либо не нравится. Да что такое? Я постоянно пытаюсь развернуть камеру, и она не крутится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Обалдеть! Дамажит меня охереть как. Давай. Ой, буковка Е отпала опять. Е. Тут все состоит, в принципе-то, по-моему, из букв. Если сильно будет слышно мышка, я не виноват. Это игра, это кликалка, они все такие. Так, что-то какой-то меч, да? Давай сначала здесь разберемся с креслом. Кресло, кресло, кресло. Так, так, разблокировать. Что-то я взял, какой-то амулет. Давай, давай. Очень неплохо нарисовано. Видно, люди старались. То есть при попадании в предмет, предмет портится. Он как бы теряет свою... Кодекс. Боевая сабля. Искривленный короткий меч, предназначенный для нанесения рубящих ударов. Легкий, тонкий клинок подразумевает скорее нанесение множественных быстрых ударов, чем применение грубой силы. Рецепт. JGY. А, это буковки. Это буква. Я думал, это какая-то на клавиатуре последовательность, да? О, боже мой. И кто? Кто на меня сейчас нападет? Ой. О, тихо, подожди. Тихо. Все. Да он лошара. Он просто лох. Я думал, это какой-то босс, а это обычный чмошник, который возомнил себя. А что я выпил? Я посмотрел, вроде ничего не поднялось у меня. Ладно, пошли. Пойдем. Ой, блядь, красивая игра, реально. Очень необычная. Приколюха, 100 добычи.
Единственное, я пока не понимаю, как здоровье пополняет. Ну, видимо, это нужно найти баночки, скляночки. Пока их я не видел. В смысле? Бляха-муха. Воу-в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 оу! Тихо-тихо-тихо! Уйди-уйди-уйди-уйди-уйди-уйди! Тварина какая! Бьет лежачего, ты представляешь? Я это... Ой, мой меч пролетел, я же испугался. Что это такое? Что это такое за нахер? Да уйди ты в жопу, что это такое? Крыса какая-то на меня напала. Охереть. Жопа. Так, давай ящики проверим. А, кубок. Не знаю, что это такое. 50 добычи. Ключ. Да дайте мне аптечку, ё-моё. Аптечка, аптечка, аптечка. Перчатки. Перчи одел. О, крутой стал. Я сейчас сдохну, если мне аптечку не дадите. Ребят. Рейнджер. I'm Ranger, Ranger, Ranger. А ведь подойди ты сюда ближе к креслу-то этому, боже мой. Стол, нахер, стул, я все нахер разбиваю. Мне нужна аптечка, ее здесь, понятное дело, я хер найду. Сейчас я дойду до следующей локации, ну, в смысле, деления карты, меня убьют. Эй! Отвали ты от меня, мудила. Охереть. Муки голода. Твой индикатор голода пуст. Если ты испытываешь голод, спецатаки и манны перезаряжаются значительно медленнее, употребляя еду, чтобы восполнять свое здоровье и пополняться быстрее. Пополняться в смысле жиреть? Я понимаю, что я голод. Голод мой разблокировать. Открыть нужен ключ с орнаментом найти. Да вы издеваетесь, ё-моё. У меня не времени, у меня голод, у меня здоровье отсутствует. Сюда? Ага. Да пошел вон! Что это было? Что я выпил нахер? Инвентарь. А-а-а, слышь, это пицца? Это еда какая-то? Синее зелье, подозрительное зелье с неизвестными... Хорошо, он будет плохим. Пустой быстрый пузырек. Клык Цербера, снятый с Цербера. Большинство кинжал в голые кулаки, незаряженный факел, кусок пиццы. А, вот, надо вот так есть, да? Давай поедим. Все, я пожрал пиццы. Кодекс боевой сабли. Буквы надо находить. Буквы я еще не нашел. Что это такое? А как тут работать? О, боже мой, что это такое? Выковать. Ладно, у меня все равно букв-то нет. Ну, я, по крайней мере, кувшин с драконьей кровью. Дурную сияющую жидкость. А, сбросить я нажимаю. Не-не-не-не-не-не-не, Вася, Вася. Ты чё? Ты чё? Угомонись. Мясо сожри обязательно. Вот, все, у меня все круто, у меня все заполнено до конца. Вай, я нашел! Может быть, успеем сделать в обзоре меч. Да ты че? Ты так лихо забегаешь в комнаты. Ты кто? Ой, зомбаки! О, я нашел букву. А зомбаки лошары, они вообще... Дай куда? Ну хорош, ты тогда развернись ты, блядь. Кодекс. Так, короче, кодекс это... Как это назвать? Рецепт. Рецепт изготовления. Вы сдохнете сегодня, а? Мудаки. Да ну короче. Вот, он не меч какой-то, у него, ой, меч, щит какой-то, говно. Слушай, это ты, короче, я не знаю, тут на прокачка, тут можно их до опизденения бить. Вот, 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 забирай, забирай, забирай все. Тут, наверное, надо... А я ключ забрал, эй, крыса.
Я что-то прям качаю. Они мне опыта дают минус 10, минус 10. Что это минус 10? Это меня минус 10 или я их минус 10? Я не понимаю, мне надо отсюда сваливать, наверное. Что-то я их там бью. Нет. Ключа нет. Где я еще чего упустил? А, вот. Вот. Тихо. Вот, отлично. Ключ нашел, да? Добыча 50. Нет, ключа не находил. Что-то я нашел. Джей, слышь? Давайте-ка отойдем. И проверим вот что. Ребята, у нас метель. Краснодаре, 14 февраля, ну уже почти 15 февраля, просто сильный ветрюган и снег, вот я смотрю в окно, белое, настолько все белое везде, просто пиздец. Я попробую, может быть, даже завтра утром занять какой-нибудь для второго канала влог, может быть, если будет все красиво настолько, что охеренно, я сниму влог, как это все у нас бывает. Потому что сегодня был плюс один, а сейчас вот идет снег сильный. Где-то мороз, наверное, градусов 5 мороза. И просто охереть. Я вот сижу, смотрю, пиздец. Ветер аж деревья гнет. Ладно. Не в этом суть. Незажженный факел. Ля-ля-ля, тра-ля-ля. Кувшин с драконьей, кодекс боевой сабли, кодекс дубины. Те, у кого много мозгов. Ну, наверное, дубина все-таки. Ну, это я все нашел. Давай. Давай сделаем вот так. Что это? Зачаровать, изготовить. Просто изготавливаем оружие из буковок, да? Есть. И что? Это что такое? Выковать. Зачаровать. Выковать. Магическое. Не. И чё, боевая сабля 20. Что 20? 20 что? Что такое 20? Это что такое? Я могу это забрать себе? Инвентарь. А, все, она у меня. Боевая сабля. Зачаровать оружие, сбросить, снарядить. Один. У меня теперь есть сабля. Так, ну вы где, ублюдки? Пойдемте, сейчас я вас буду пинать. Ублюдки. Вот, вот это вот хорошо, сразу с первого раза. Смотри, что, смотри, бэм. Это, короче, 20 урон, что ли, получается. Камин просто в щепки, нахер. Просто в щепки. Так, ой, ноги. Сапоги, в смысле, забрал. А, что это? Ключ с орнаментом. Отлично. Ребята, мне эта игра нравится. Достойная. Достойная игра. Это а-ля Диабло, а-ля... Нет, не а-ля Диабло. Очень близко похоже. То есть, нихера он бегает так быстро стал. То есть, вроде как мы бегаем, мы лутаем. Ой, нихера себе. То есть, игра понимала, что я это, да? Сделаю себе либо дубину, либо меч. И приготовила мне вот такой бонус в виде кучи-кучи крыс. Эликсир. Непонятно, что я его даже... Ой! Дубину я не брал. А надо мне лук сделать. Я стрелы же взял. Надо лук сделать, да? Надо сделать лук. Чё это я? Рейнджер без лука. Что это за чухнина? Так, хорошо. Мы здесь пока не хотим идти сюда. Мы пойдем... Ой, какая прелесть. Она восстанавливает. Хорошо. Будем знать. Ай-яй-яй, то в последний момент заметил, что она взрывается. Но зато я добуду букву. Букву D. Как Дмитрий Грей. Да взрывайся. И буква E. Класс. А, мы должны весь алфавит собрать, получается. О, замечательно. Не глупая игра.
Я да, да забирай, говорю. Что это такое? 50% добычи. Там. Может быть, до босса дойдем. Что-то да, длинная локация на самом деле. Прям длинная. Это о. Ой! Смотри, там куда проваливаться можно. Это что? Какая-то пустая бутылка. Хорошо. Я не знаю пока, зачем пустые бутылки. Ну, видимо, что-то делать. Какие-то... Вниз, что ли? Мы пошли вниз. Все. Глубина подземелья 1. Время этажа 12 минут. Общее время 12 минут исследования. Исследовано 100%, ребят. Лайк за 100% исследование. Убиты они все. Предметов 33 из 33. Базовые. Это код. 5 из 5, зачарованные, 5 из 5, продолжить. Продолжаем. О, теперь ты можешь варить зелье, мне говорят. Ну-ка, пойдем сюда. Ну-ка. Давай посмотрим, как варить зелье. Повышение уровня. Приобрел одно очко, и можно его потратить. Давай посмотрим, что у нас здесь есть. Как это все тратить? Я могу варить зелье. Кувшин с драконьей кровью. Содержит темно пахнущую, сжигающую плоть. Стрелы, лук, незажженный факел не надо. Навыки, во. Давай посмотрим навыки. Что мы умеем? Дополнительная живучесть. Этап 1. Пока мне не надо. У меня вот есть лучник-новичок. Метка убийцы, да, есть. И лучник-новичок. Он у меня неактивный. Сила воина. Быстрая перезарядка манны и удар гладиатора. Ну, так как он у нас вроде бы как охотник, давайте выберем... В смысле, он... А, он уже выбран. Ага. То есть выбирается дополнительная живучесть. А как разблокировать? А, два раза нажать надо. Класс. Слушайте. А добавилось, да, жизни добавилось. Это что такое? Дополнительный инвентарь. Не надо. Удар гладиатора. А это быстрая перезарядка манны. А это сила воина. Дарует истину. Я не хочу сюда развиваться. Я хочу вот сюда развиваться. Смысл мне? Что это за говнище? Лучник-новичок. Ну. Сила воина. Так, перебраться с способом владения молотыми топорами. Ну, это, конечно, хорошо. Все. Манна. И оно тоже как бы особо охотнику не надо. Но... Делать нечего, либо то. Кодекс дубины с шипами, клык Цербера на острове много всего. Изготовлять бутылочки можно какие-то. Ну что, ребят, давайте на этом закончим. В принципе, я показал вам игру, я показал вам, я думаю, все ее возможности. Понятно, что там будет возможность прокачки еще всего. Зачаровывание всего. Но это уже такие вещи, которые можно разобраться в, там, буквально за несколько секунд. Так что игра прикольная. Игра очень даже интересная. И насколько я понимаю, можно бегать по сетке. Ну, можно бегать по сети. Можно создавать свои подземелья. Может быть, какие-то челленджи устраивать, допустим, с друзьями. Создал подземелье там раз в неделю друг другу. Кто быстрее пройдет чужое подземелье? Да почему нет? Вот. И было бы, наверное, интересно. Я не пробовал никогда создавать какие-то подземелья. Не себе, не... Ну, вообще, я никогда не занимался игроманством. Еще бы я этим занимался. Я и так занимаюсь всем. Поэтому те, кто любит творчество вот в таком плане, пожалуйста, пробуйте. Я даже буду рад, если вы что-то сделаете и пришлете мне, я поиграю для вас. И мы, может быть, если вы укажете... Если вы, короче, создадите уровень, напишите, что он проходится там за, ну, там, 10 минут. Первое место там 8 минут, 9-е в серебро, и последнее будет, типа, там, бронза. Не уложишься, лошара. Вот. И будет типа вызов. Вы делаете мне эти уровни, я их прохожу. И если не прохожу быстро, то, ну, лох, да.
чуть дальше можно экспериментировать с подарками. О, дошли до самого интересного. Тут какие-то даже ловушечки есть. Вот это да. Вот это поворот. Ой-о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 й. Тихо-тихо-тихо. Ой. Ебать. В смысле? Тут что-то как-то много всего, ребят. Тут не опухли ли? Да не-не-не-не-не-не. Подожди. О, класс, свет у нас потух. Отлично вообще. И опять. Вы стали свидетелем того, что выключилось электричество. Как раз, я же говорю, метель на улице сильнейшая идет, поэтому я не пизжу. Давайте, ребят, на этом остановимся, потому что я боюсь, что если сейчас опять выключится, я просто тупо не успею ничего сохранить и, ну его нафиг. Пока бесперебойник у меня все это хавает. Спасибо за просмотр, ставьте лайки. Игра называется... Как она называется? Брутал, по-моему. Да, Брутал. Все, ладно, пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Меня зовут Дмитрий Грей. И до новых встреч, ребята.